Первый секрет, о котором я расскажу вам сегодня, это безопасность. Самое первое, что должен сделать мужчина для женщины, это сделать ей безопасность. Безопасное гнездо, да, то есть то место, где она будет чувствовать себя в спокойствии. Причем неважно, как ее штормит, не штормит, она должна понимать то, что ей здесь будет безопасно. И сначала, беря себе вот эту женщину, девушку, да, зачастую, возможно, маленькую, возможно, обиженную, возможно, травмированную предыдущими отношениями, родителями, еще кем-то, она будет вас вот так вот будет вас трясти, выносить вам мозги. И основная ваша задача, на самом деле, на этом этапе отношений – это выдержать. Это очень сложно бывает, потому что истории у всех разные, и нервная система у всех разная, и надо понимать о том, что выходя, ну, скажем так, вступая в отношения с женщиной, у вас должна быть более-менее нормальная, стабильная нервная система, потому что если ее не будет, то у вас ее вообще не будет. То есть вам могут снести башню вообще по полной программе. Вот, но вы должны понимать о том, что первая задача номер один – это создать ей безопасность. Вы это можете делать самостоятельно, вы можете отправлять ее к психологу, точнее, идти вместе к психологу для того, чтобы создать ей это чувство безопасности, чтобы она доверилась, поняла то, что она может с вами жить, работать, и независимо от того, что будет происходить, вы ее выдержите, вы будете с ней, вы ее не бросите, не пошлете, и она имеет возможность раскрываться с вами. И тогда, когда ее внутренняя девочка почувствует безопасность, в тот момент она начнет расти, развиваться и раскрываться. Да? Это такой первый очень важный момент. А об остальных моментах мы с вами поговорим на некоторых других роликах, ну и также у меня на встрече.